Всем привет, мои хорошие! Сегодня с вами будем делать китайскую маску красоты. Вот я уже сделала эту маску. Как я делала, вы дальше увидите. Что нам нужно для этой маски? Чайная ложка меда, чайная ложка крахмала и чайная ложка морской соли. Если нет соли морской, можно взять обычную и йодированную соль. Ну вот, сейчас будем эту маску наносить. Да, что нам обещает эта маска? Эта маска нам обещает подтянуть нашу кожу лица, выровнять цвет и даже убрать пигментные пятна. Ну, сейчас мы посмотрим все за и против и обсудим потом, девочки, эту маску. Для нашей маски нам понадобится чайная ложка меда, чайная ложка крахмала и чайная ложка морской соли. Если нет морской соли, можно взять обычную и йодированную. Сначала мы смешиваем крахмал с медом до белой такой массы, чтобы у нас получилась белая масса. Вот. Смешиваем, затем добавляем соль. Сейчас. Вот такая у нас белая масса получилась. Мед с крахмалом. Вот так. Мед должен быть, конечно, жидким, чтобы лучше размешать. Теперь мы добавляем чайную ложку соли. И еще, если у вас кожа сухая и чувствительная, вот у меня сухая и чувствительная кожа, нужно в эту маску добавить чайную ложку молока. Если кожа нормальная или жирная, молоко можно не добавлять. Сейчас это все размешиваем и наносим на лицо. Наносим масочку поэтапно, то есть нанесли масочку, масочка впиталась, потом наносим следующий слой. Сильно глазком не лезем близко. Вот так. Сейчас посмотрим, какой будет ощущение. Если вы маску нанесли и у вас какое-то неприятное ощущение, может щипать или что-то, вот, немедленно масочку смывайте. Ну, как я вам, девочки, рассказывала, каждый раз маску надо протестировать на аллергию. То есть помните, вот сюда вот на сгиб локтя нанесли масочку, подержали минут 15, посмотрели. Если все хорошо, то маску можно наносить. Или, как я вам уже рассказывала, вот сюда чуть-чуть нанесли, посмотрели. Если нет покраснения, значит все хорошо. И это ваша, так скажем, маска. Ее можно наносить. Наносим и держим маску на лице 25 минут. Многие подписчицы спрашивают: Наташ, а что, как лучше с маской лежать или можно своими делами заниматься? Ну, девочки, ну, конечно, лучше прилечь. Это да. Почему? Потому что, когда мы лежим, мы расслабляемся, наши мышцы расслабляются, и морщинки наши распрямляются лучше. Лучше, да, полежать и отдохнуть.
эти 20-25 минут. Ну, наносим. Нашу масочку мы смыли. Как я смывала эту маску? Я смывала маску теплой водой. Сначала я ее размочила ватным диском. Вот так вот размочила. И потом я ее смыла. Вот. Ну, как видите, никаких у меня покраснений. Обычно у меня от меда покраснения какие-то. Ну, нет. Хорошо. Думала, щипать будет от соли. Тоже нет, ничего не щипало, все хорошо. Очень прям даже неплохо, девочки, для этой маски. Сколько делать эту маску? Эту маску делать надо через день 10 курсов. То есть, поняли, да, 10 раз через день делать. Вот. Прекрасная маска, хорошая, да. Посмотрим. Сделаем еще через день. Я лично сделаю, прям курс сделаю. Вот. Ну вот, девочки мои хорошие, как я это делала, как я эту маску делала, я рецептик оставлю под видео. Вот, девочки, кто новенький, подписывайтесь на мой канал. Нас уже 25 тысяч. Присоединяйтесь, мои хорошие. Будем дружить. Задавайте свои вопросы. Присылайте мне маски, чтобы я посмотрела, испробовала. И обсудим с вами, девочки, эти маски. Ну вот, до новых встреч, до новых видео. Пока, мои хорошие. Люблю вас всех, девчулечки, мои красотулечки. Пока!